Привет всем любителям комедий. Предлагаю прослушать обзор к русскому сериалу «Родители», второй сезон. Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. У обычной семейной пары из спального района, отца Саши и мамы Маши, есть трое замечательных сыновей. Детишки доставляют немало забот, но родители стараются не замечать трудностей. С оптимизмом смотрят в будущее, а к недоразумениям подходят с внушительной долей иронии и юмора. У Тимофея старшего из детей переходной возраст, недавно ему стукнуло 16 лет. Подросток пытается любыми путями избавиться от родительской опеки, но у него мало шансов. Взрослые намеренно контролируют каждый шаг сорванца. Илье 12. Парень увлечен футболом, катанием на скейте и речитативами рэпом. Младшему Максиму 7. Он учится во втором классе. Любознательный ребенок, интересуется всем подряд, а еще хочет стать круче старших братьев. Правда, у него не сильно получается соперничество. Многочисленное семейство ни дня не может прожить без приключений. Вместе они шутят, веселятся, решают проблемы, впутываются в неприятности и гордо их преодолевают. Придумывают способы выпутаться из кризиса, который так и норовит разобщить родственников. Все за одного. Вот девиз дружной многодетной семьи.